Ежегодно люди выпивают сотни миллионов чашек этого напитка. А ребята, которые знают, как сделать его правильно, учились этому годами. Ведь искусством приготовления идеального кофе не так просто овладеть. Настоящий бариста знает, как из горстки зерен и воды приготовить вкуснейший напиток. В программе «Ровесник» молодые кофейные эксперты расскажут о том, как получить неповторимый букет ароматов и вкусов в одной чашке. Бариста – это творец. Бариста – это человек, прежде всего, профессионал своего дела. Это хозяин бара, человек, который принимает к себе гостей на свой бар, и человек, который очень хорошо разбирается во вкусах. Это зануды. Это, ну, действительно, с виду кажется, что это зануды, они такие все в своем деле, все думают что-то о своих кофе, там, каких-то экстракциях, кофейных помолах, как сварить, цифры. История кофе началась вообще очень давно. Кофе готовили в разных странах по-разному. Вначале профессия бариста пошла с Италии. Все пошло с эспрессо-машины и с такого кофейного напитка, как эспрессо. На сегодняшний день в Украине очень большой скачок развития кофейного бизнеса, кофейной индустрии. Почему у нас сейчас такой большой скачок? Потому что мы смотрим за рубеж, и нам это не совсем доступно и так далее, но мы стремимся, и это вот рвение позволяет нам идти такими большими, огромными шагами вперед. Мне с детства не разрешали пить кофе, это был такой запретный плод, который был очень сладок, и когда я уже подросла, еще со школы, я пила кофе постоянно. И потом нужна была просто какая-то работа, подработка, и все очень просто. Я ездила в университет и брала с утра кофе, после пар кофе, постоянно брала там кофе, общалась с девчонками на баре. Это был такой небольшой маф, кофе отдавался to go с собой. Из-за того, что было много общения, было очень приятно всегда видеть этих ребят. И, конечно же, это первая была моя мысль, где работать. Это и был мой первый шаг такой неосознанный еще тогда к моей карьере в дальнейшем. Вообще все получается, как всегда, нечаянно и случайно. Вот, баристой я не хотел становиться, и я даже не знал, что такое существует. В общем, когда я начинал работать бариста, тогда еще профессии бариста как таковой в Украине вообще не было. Потому все получилось очень случайно, вот, но это большая история, как для меня, и большая честь, что так все-таки получилось. Когда-то, больше чем 5 или 6 или 7 лет назад, в общем, давно это было, я познакомился с человеком, да, который готовил уже там латте-арт вливал, или чем-то еще занимался, ну, бариста. Я никогда не думал, что я буду таким человеком. Ну и все, это забылось и больше никогда не встречалось. Потом в один прекрасный момент я закончил университет, работал на разных работах, и в один прекрасный момент мне позвонил человек, вот, и сказал, не хотел бы я поработать и помочь ребятам развиваться. Я сказал, да, конечно, без проблем помогу, а с чем хоть связано будет, да, вся профессия. Мне сказали, есть такая профессия, бариста, мы собираемся открывать кофейный магазин, ставить автомат, заниматься кофе. Я говорю, что от этого требуется? Мне сказали, нужно поехать обучиться. Я сказал, ты без проблем, поедем обучимся. Для меня кофе – это жизнь, и, соответственно, когда я начал этим заниматься, мне хотелось обратную связь от людей, да, это кофе – это самореализация продукта, себя, да, личности, ну и, соответственно, давать что-то новое людям, потому что люди не знают, что это такое вообще. Я решил стать баристом достаточно недавно, где-то чуть больше года я работаю именно уже баристом. Получилось, ну, совершенно случайно. Я вообще сейчас учусь. У меня закончилась сессия, у меня был выбор. Либо поехать домой, сам я с Луганской области, либо остаться тут и где-то работать. Так получилось, что, гуляя со знакомой, она мне скинула вариант того, что можно подработать бариста. И я так и думаю, а почему бы не попробовать? И так получилось, что я достаточно быстро прошел стажировку. Мне понравилось. Я отработал там некоторое время. И понял, что мне это очень нравится, и я хочу развиваться. Зацепило в этом деле то, что все это не однообразно, и то, что можно общаться.
чтобы обучиться, первым делом, конечно, нужно смотреть на свое окружение и за пределы его, да, и часто очень ребята, которые недоступны, кажутся какие-то чемпионы и так далее, но они часто дают курсы какие-нибудь, дают лекции, к ним можно подойти, спросить, узнать, они открытые, написать в соцсетях. Существуют курсы, действительно, школы бариста, с азов конкретных начинают, и уже более профессиональные курсы. Азы — это прежде всего, каким должен быть бариста, его характер. Это азы про кофе, про зеленое зерно. То, что нужно знать, как вообще кофе выращивают, что это такое, в каких странах, а как это важно, что это за индустрия такая вообще. Все началось с того, что я неосознанно работала, я не понимала, что я делаю. Спустя некоторое время, буквально там неделю-две, я понимаю, что мне нужно больше. И вообще, почему кофе? Потому что тут нет границ вообще абсолютно, и ты можешь все время развиваться. Первый мой так называемый тренер, они у нас называются тренера, человек, который более профессионально меня ввел в кофейное дело, это Владимир. Он мне рассказал про кофе, он в меня поверил тогда почему-то, не знаю почему. И так знания мне давали, я это все впитывала как губка, и все получалось. Я девочка, и я работаю с техникой оборудования. Это очень сложно, и одно из первых моих заданий и занятий в дальнейшем экзамен — это был разбор кофейной машины, и нужно было назвать все детали, которые там есть. Вот я не знаю, каким чудом я все запомнила. Мне действительно это было очень интересно. Вот эта вот тяга, она привела к тому, что я разобралась, что такое эспрессо-машина, что такое кофемолка, физические и химические законы. Это тоже было очень сложно поначалу, но оно как-то быстро потом все получалось. Я очень стеснительный человек, и я не знала, когда шла в эту профессию, что бариста — это тот человек, который много общается. Вот. И это был второй такой мой барьер, через который мне пришлось перешагнуть, и я начала общаться. Бариста должен обладать харизмой, общением, да, он должен быть открытым, должен быть коммуникабельным, ну и располагающим. Мне кажется, что главный секрет вообще то, что если ты хорошо работаешь, то тебе это все воздается. Человек, который настроен на работу, на позитив, он что-то приносит новое. Я обучался в одной из самых первых кофейных школ в Украине. Обучение заняло месяц, это была практика и теория. Это было не только, кстати, кофе, мы еще обучались по чаю. Многогранное получилось у нас обучение. В то время было все непонятно, потому что это оборудование, это новое оборудование, это не так все было, как ты видел там на картинках где-то. Это все было сложно. Кофемолка, эспрессо-машина. Вообще все как было. Когда люди шли на обед, я готовил, потому что мне хотелось сделать что-то классное. И один из самых первых напитков, который я сделал, это было идеально, это был латте макиато. Он был слоями, это было сразу видно, что это получилось. Развивался я сам, это очень сложно, но это было всякие видео. Я вначале очень сильно вот пошел в латте-арт, это когда рисуют на кофе. Понял, что мне это интересно, что я хочу пробовать что-то новое. Все время под рукой был там фотки, либо был телефон, которым я все время там в перерыве, пока делал, там смотрел какие-то видосы, очень много нервничал всегда, что не получалось. Поначалу всегда очень сложно, когда нет никого рядом. Да, но дальше как-то, когда уже понимал принцип, да, некоторые ребята какие-то подсказывали. Я никаких курсов не проходил, то есть это все, как говорится, самоучка. Сложное, наверное, было, ну, практически все. Поначалу было все очень сложно, и все, ну, не понимая, что делать, что нажимать, как. Первые два месяца очень сложно давалась работа, и после закрытия, когда я выходил на улицу, вдыхал свежий воздух, уже было где-то 10, а где-то заканчивал работу. Понимал, что я закончил, можно перевести немного дух. В кофейной индустрии еще много чем можно удивить и много чего можно придумать, потому что это достаточно молодая индустрия. В кофе, как и, наверное, во всех продуктах и вообще во всем мире важно все.
Действительно, все мелочи, особенно в кофе, они очень сильно влияют. Буквально какое-то минимальное изменение – это уже изменение и во вкусе. Я люблю все готовить. Это своего рода медитация такая. Очень приятно, когда ты ручками что-то делаешь. Еще если это вкусно получается, это просто нереально круто. Много чего было придумано, и уже так и не вспомнишь, потому что и меню вместе со всеми составлялось, и много разных вкусов открывалось. Очень круто, когда кофе самодостаточен, да, вообще, и черный кофе или кофе с молоком, это синергия с молоком, это такой чистый вкус. Мы не любители сиропов, даже если домашних, но есть такая отрасль в кофейной сфере, это кофе-алкоголь. И вот там ты уже можешь разогнаться на полную и создать новый вкус из кофе, ингредиентов и алкоголя. Мы любим все напитки, но это действительно так, потому что ты в каждой чашке проживаешь те эмоции, которые ты потом отдашь людям. Мы в чемпионатах участвуем регулярно, каждый год, потому на каждый год свой авторский напиток, а то и не один. Вот в этом году был очень крутой авторский напиток на чемпионате по джезве. Вот мы делали кофейное пиво. Мы готовили джезву, отфильтровывали джезву с помощью аэропресса. Это такой девайс для приготовления черного кофе. Добавляли туда листья розы. Также мы готовили сами фетвош, когда мы обогащаем алкоголь ароматом кофе. Это очень сложный процесс, он занимает двое суток, когда мы с помощью сливочного масла, кофе и просто виски обогащаем ароматом свой виски. То есть виски можно пить с ароматом кофе. Ну и потом туда это все добавляется и газируется с помощью CO2. В кофейной индустрии существует ассоциация кофейная, она мировая, под эгидой этой ассоциации проходят чемпионаты в каждой стране, а потом проходит чемпионат мировой. Существует несколько категорий. Первое, самое важное, наверное, это классика. Когда бариста готовит для судей 4 эспрессо, 4 капучино и 4 авторских напитка. Очень сложная дисциплина, нужно сделать все очень четко. Вторая дисциплина – это Brewer's Cup. Это альтернативные методы заваривания. Это то, насколько ты хорошо разбираешься в зерне, как в продукте. Она состоит из двух дисциплин. Первая – это ты вслепую готовишь кофе неизвестный. Тебе дают просто неизвестный кофе, ты его должен приготовить. И вторая – это open service. Это твой открытый сервис, твоя открытая подача. Как ты владеешь сервисом, навыками. Третья дисциплина – это каптестинг, это дегустация зерна. Четвертая – это кофе-алкоголь. Еще одна дисциплина, предпоследняя – это латар, когда ты рисуешь молоком на кофе. Последняя – это джезва. Кофе, который готовят в турке, называется джезва. Кайф в своей профессии получаю от общения. И второе, наверное, не подумала, что скажу, но от чемпионатов, от выступления. Мы часто ездим за рубеж, и на чемпионате мировом мы тоже общались с ребятами, я общалась со своими коллегами. Почему-то казалось раньше, что люди как будто с другого мира. На самом деле это такие же ребята, как мы, те же профессионалы своего дела, которые горят и вообще crazy. Они ходили и говорили в прошлом году: «Вот, почему? Что, Украина? Вы такие крутые, как у вас так получается? Мы о вас не знали, а тут вдруг Украина». Я могу сказать, что комьюнити даже не Украина, а в принципе всех кофейных ребят, когда проходят общие собрания, это чемпионаты, все друг друга буквально знают, и это очень круто. Кофейная культура будет идти только ввысь, потому что появляется много кофеен, много конкурентов. Все двигаются вперед, только вперед. По-другому я не вижу. Мне кажется, уже этот снежный ком уже не остановить.